Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом. Сейчас в Украине не просто напоминают, но и стараются быть всегда рядом со смертельно больными детьми и их семьями. Главная цель работников хосписов – помочь смертельно больным достойно провести отведенное время, облегчить страдания, а главное – окружить заботой. Я могу также говорить, исходя из собственного опыта, потому что члены моей семьи столкнулись с такой ситуацией. И мы лично получали паллиативную помощь и хосписную. И мы должны отметить, что это психологически действительно помогает в тот момент, когда приходится принимать очень сложные решения. Иногда мы даже не задумываемся, сколько в нашей стране людей, которые в любой момент могут умереть. По подсчетам экспертов, эта цифра сейчас составляет 1,5 миллиона человек. И это только в Украине. Из них не менее 150 тысяч тяжело больных детей, нуждающихся в паллиативной хосписной помощи. Страшные болезни приводят к трагическим последствиям. Генетические недостатки, тяжелые формы ДЦП, детского церебрального паралича, это хроническая почечная недостаточность, в конце концов ВИЧ, СПИД. У взрослых сердечно-сосудистые заболевания и онкологические. Несмотря на огромные темпы распространения подобных болезней, в Украине действует только один хоспис. Находится он в Ивано-Франковской области. Этого крайне недостаточно на 1,5 миллиона человек, говорят эксперты. Впрочем, проблема эта не единственная. У нас нет института, который бы представлял интересы больного человека, ребенка в отношениях со всеми заведениями здравоохранения, образовательными и так далее. А моральные ресурсы, слава богу, у нас есть. Если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Это не просто лозунг детского хосписа, по сути, это продлевает жизнь тяжело больных малышей. Тем, кто упал, подайте руку, не считайте то за муку.